Вот это супербосс. Ребята, вы посмотрите, какой он супер-супербосс. Кубусятики, привет. Сегодня мы уже играем с двумя питомцами, с нашими. Это симулятор питомцев. Вот скоро у нас будут другого вида кошечки. Вот мы можем уже приобрести вот такую. Но нам неинтересно такую. Нам надо как бы либо черную, либо еще круче. А в идеале, конечно, это вот такие кошек у нас вообще будут супермощные. Но для них надо очень много монет. Поэтому давайте начинать. Посмотрим вдвоем, насколько легче. Так, у нас есть супербосс опять и мини-босс есть. Давайте выполним несколько заданий очередных. И так, у нас надо попить воды для начала. Давайте попьем водички для начала. Это самое простое. Сейчас мы добежим до колодца, попьем, потом покушаем. Потом убьем всяких боссов, мини-боссов. В общем, всех-всех-всех. У нашей кошечки 60% энергии, что ли, или еды. Вот я не понимаю, кстати. Так, давайте съедим мышку. Может, она кушать хочет тоже. О, у меня 200 жизней, круто. Давайте вот эту мышку забьем сейчас. Не, далеко не убегай, мы сейчас за тобой пришли. Да ты какая быстрая, ты посмотри, а. Ты откуда такая быстрая? Ух, какая быстрая-быстрая. Пим-пим-пим, привет, мышь. Все, давай мы покушаем. Так, у моей кошечки 40. Давайте кошечка будет, это будет супер-кот. А это наша супер-кошечка. Да, супер-кот и супер-кошка. Вот. Будем так их называть. Не будет никаких имен. Будет просто супер-кот и супер-кошка. Яйцо. Кстати, яйцо. Давайте поедим. Оп. Поедим немножечко яйцо, чтобы 100% было. Так, 40%, наверное, у нее это она спать хочет. То есть, наверное, скоро яйцо Хрюшке надо отнести. Скоро она захочет отдохнуть. Побежали к Хрюшке. В той стороне у нас находится Хрюшка. Сейчас нас догонит наша суперкошка. Вот она, красавица такая, а. Так, соберем яйцо по пути и заодно сразу отдадим его Хрюшке. Вот, собираем яйцо и бежим. А вот она, Хрюшечка наша на фоне, на горизонте. Сейчас мы до нее добежим, отдадим ей яйцо. Она нам даст... Что же она, я не... Желудь она нам дает. Она нам дает желудь, а желудь нам дает, я уже не помню, что на самом деле. Ну, что-то нам там дает желудь, это сейчас посмотрим. Вспомним заодно. Так, желудь... монетки выпадают со всех этих противников наших. Вот, со всех противников, ой, будут выпадать монетки. Так, следующий квест – это покормить семью. А, кстати, а как кормить семью, ребята, я вот не знаю. Ну, вот есть яблочко. А как ее кормить? Как девочку нашу покормить, суперкошку? А, вот. Все, моя маленькая, кушай-кушай, питайся на здоровье. Ну, тогда надо... Все, у нее сразу энергии 80. Вот, отлично. Это она не спать хотела, это она хотела кушать. Надо, значит, побольше покормить кошечку. Суперкошечку нашу. Давайте вот яйцо ей дадим покушать. Вот, пусть кушает яйцо. Все, у нее 100%. Отлично. Теперь можно... Следующий квест выполнять, и это заяц. Надо найти зайца и атаковать его. Заяц, заяц, где же ты? Ну-ка, быстро выходи. Где зайцы, ребята? Где все зайцы? Ну, зайцы в поле, побежали в поле. Зайцы обычно бегают в поле, поэтому я думаю, мы сейчас... Так, я вижу мышку, вижу енота, вижу яйцо. Кстати, я сейчас сам тоже бы перекусил. Давайте я перекушу немножко яйцо. Так, вижу опять мышку. А где же все зайцы? Зайцев пока нет на горизонте. Кошка легла отдохнуть. Во, вижу зайца. Побежали туда. Бежим, 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 бежим. Надо быстро догнать зайца и атаковать его, и выполнить этот квест. У нас уже 11 левел. Нифига себе, как круто. 11 уровень. Далеко не убегай, серый. Серый, далеко не убегай. Все, заяц повержен сейчас будет. Прости, зайчишка, зайчик серенький, но деваться некуда. Тебя придется победить. Следующий квест – это еноты. И я вижу на горизонте сразу енота. Побежали их атаковать. Три енота, ребята. Три енота надо победить. Это уже немало. Давай не убегай. Давай не убегай. Нифига себе, как много жизни у него. 200 с лишним. Но нас двое. И теперь мы гораздо быстрее справляемся с такими противниками. Да-да-да. Собираем монетки. Монетки лишними не будет. И я вижу еще одного енота. Кстати... Но у меня пока мало здоровья, я надеюсь, мне его хватит. Я надеюсь, мне хватит нашего здоровья. 231, с ума сойти, как много. Так, кошечка сейчас будет мне помогать, и я надеюсь, мы успеем его победить. 81, 69, 56, 44, да, успели. Уху! Я думал, мы не справимся в этот раз, но отлично. Еще один енот.
И квест будет выполнен. Так, а мы тем временем хотим пить уже и кушать. Пить и кушать. Давайте тогда съедим это яйцо и попьем водички перед тем, как отправимся дальше в путь. К следующему еноту. Да, следующий енот уже нас заберет. Вон, я вижу этого енота, но надо попить сначала. Блин, а пить так далеко идти, так неохота. 100... Так, мало энергии, конечно, очень. Очень мало энергии, но я надеюсь, мы его одолеем все-таки. Я надеюсь, мы справимся. Так, так, так. Главное, чтобы мы били быстрее, быстрее, чем енот. 53 уже, 41, 29. Есть, мы успели прям вот-вот, и я бы уже погиб, ребята. Ну все, мы выполнили квест, здорово. И теперь можно, кстати, пойти попить, потому что... Ну сейчас на самом деле уже все, критически мало воды в нашем организме. Попить очень-очень надо. Да, уже... нет, кот, нам не нужна эта мышка, нам надо попить. Нам надо срочно попить, вот. Вот водичка. Фух, столько зверей мы победили, что так сильно пить хочется. Просто ужас. Просто ужас. Так, и следующий квест. А, как раз водичка и была квестом следующим. Отлично. Ух ты, скоро... У нас уже 12 уровень. Офигеть, как быстро. Двух пауков, ребят. Как раз давайте двух пауков победим и поедим ими же. А вон супербосс. Сейчас мы его и будем бить. Сейчас будем бить и побеждать этого мини-босса. Эй, мини-босс. Ну мы с тобой легко справимся. Не таких побеждали. Побеждали гораздо сильнее всяких пауков. А ты малыш вообще еще. Держи. Ох, сколько монет. Вот это да. Мое почтение. Мое почтение. Столько монет, а. Ну как бы вот так вот, ребят. Как бы вот так. Теперь можно покушать. Так, причем я буду первый кушать. Потому что у меня заряда энергии гораздо меньше. О, 13 уровень. Здорово, здорово. Побежали вот к этому пауку. У нас всего 2 паука надо победить. А этого паучка дадим нашим суперкошечке как раз. Да. Суперкот подкрепился. Осталось подкрепиться суперкошечке. Ба-бам. Все. Киска, кушай. Кушай, киска, кушай на здоровье. Так, она как раз подкрепилась до 100 сразу. Молодец. Все, побежали за зайцем. Нам надо победить одного зайца. Зайца, зайца. Где-то я видел на горизонте зайца сейчас. Но уже не вижу где. Ну ладно. Побежали в поле тогда. Зайцы обычно по полям бегают. Пибим, перепрыгиваем все. Сейчас найдем. Вот, вижу зайца сразу. Ой, зайчик, зайчик, погоди, мы за тобой идем. А у меня очень мало энергии, кстати. 180, а у нас... Я не знаю, справимся мы или нет. Давай подкрадемся к нему. Подкрадемся аккуратно вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ты давай не убегай, заяц. Не убегай, не убегай. Мы сейчас, мы должны просто пройти этот квест, поэтому уж извинись, как бы, ну как бы вот так вот. Как бы вот немножечко вот так. Вон еще один мини-босс, ребят, но для этого нам надо... Это заяц мини-босс, нифига себе у него жизни как много. Но для этого нам надо подкрепиться. Ну, нам надо подождать, пока жизни восстановятся. Смотрите, как долго восстанавливаются жизни. Иначе заяц нас победит, заяц мини-босс, да. Две мышки надо съесть. Кстати, где мышки все? Куда делись все мышки? Мышки, выходите. Я вижу одну мышку. Он первый нападает. Ох ты, какой опасный. Тихо, мышка, не убегай. Не убегай, не убегай, не убегай. Не убегай, ну не убегай. Ну не убегай, дай тебя поймать уже. Где она? Она сзади нас. Проказница, а? А этот заяц мини-босс, он первый нападает. Вот негодяй. Вот негодяй какой, а. Так, мы подкрепились. Энергии 105. Ну что же надо поделать, чтобы энергия быстрее... Давайте, может, надо посидеть, просто немножко подождать. Я не знаю. Может, так быстрее энергия копится. 133, 5. Надо, чтобы 150 хотя бы было. Ну, 150 и то мало, мне кажется. Ну, от 200 надо идти к этому зайцу. У него 300 плюс. 340 или 330 там у него жизненной энергии, я не знаю, его тяжеловато побить достаточно. У нас уже 106, 180, ну побежали потихонечку, пока добежим будет 200 как раз. Так, мне прям интересно этого мини-босса зайца победить, потому что таких сильных боссов я еще не встречал. И это мини-босс, ребят, это не босс, это мини-босс. Вот, мы первые ударили, это очень здорово. Так, пока мы справляемся. Но он очень быстро атакует. Ну все, мы его победили, конечно же. Мы вдвоем его очень быстро одолели.
Ой, как за него мало монет выпало. Я думал, за него будет побольше монет. Ну, у нас желудь закончился, и поэтому, собственно, монет вот так вот мало. А если бы желудь действовал, было бы монет намного больше. Так, хорошо, у нас 13 уровень, и нам надо мышку найти. Мышку, мышку, мышку. И, кстати, давайте... Вот там еще один мини-босс, и там босс, супер-босс. Пойдем, побежим, победим вот этого мини-босса еще одного, и пойдем к супер-боссу. Вот, мы уже прокачались до 13 уровня, но я думаю, что в сегодняшней серии уже будет 14 уровень, потому что совсем чуть-чуть осталось до 14, наверное, я надеюсь, я прямо очень надеюсь. Кстати, очень охота попить. Давайте, вон колодец. Эй, перепрыгивай, кот! Кот не хочет перепрыгивать. Ну ладно, застрял он в кустах в этих. Вон босс, мышка, босс, мышка. Давайте попьем воды, потому что воды вообще нету в организме. Пить охота! Очень охота попить водички. Ох, сколько у нас, 230 жизней, круто. Круто. Так, все, сейчас попьем. И как раз этого мини-босса победим, мышь. И у нас и квест выполнится, и босса еще одного победим. То есть заработаем больше очков. Так, пойдем побеждать его. Все, у нас полный просто водички. У нас не... А, вот, внизу полоска чуть-чуть до 14 уровня, прям совсем немножко осталось. Кстати, хочется поспать очень сильно. Ты куда нападаешь? Ты посмотри, какой наглец, а? Мы тебя сейчас вот так вот налапай, на тебе укусил, на, опять лапой, на, держи, получай, вот так вот. Здорово. И у нас 14 уровень, ребят, между прочим, это 14 уровень. И наша суперкошечка легла поспать. Мы сейчас тоже ляжем поспать. Она у нас устала, но мы тоже сейчас устанем и ляжем поспать. Так, где-то был у нас значок такой полумесяца. Кошечка, пока. Ну вот мы победили нашего мини-босса. Ребят, я предлагаю победить основного босса сейчас на карте и закончить эту серию, потому что, ну, мы, получается, с вами за одну серию на 3-4 уровня всегда повышаем нашего героя. Что очень неплохо, очень здорово. И если как бы делать больше, то это слишком длинные серии получится. А слишком длинные серии вы не любите смотреть, поэтому ставьте обязательно лайки. Вот, а мы бежим к нашему основному боссу. Кубус сейчас их всех победит, ребята. Кубус сейчас всех их победит. До этого босса просто на раз-два сейчас победим. 240 жизней у нас уже, 14 уровень. И может быть после этого босса будет 15, может быть. Но это, конечно, не факт. Это маловероятно пока. Но я надеюсь, что такое все-таки может быть. Вот, это заяц. Супер босс, у него 500 жизней, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ну не знаю. Наша суперкошка, конечно, она очень отважная, но 500 жизней – это тяжеловато. Придется отходить и восстанавливать здоровье. Да, 500 плюс. С ума... Ничего себе, какой ты сильный, а! Вот это супербосс. Ребята, вы посмотрите, какой он супер-супербосс. Но мы у него пока половину его здоровья забрали и побежали. Надо восстановиться немножечко, потому что, ну, это прям очень-очень тяжело. Очень-очень тяжело. Надо, да, сколько у него осталось здоровья, кстати? 125. Давайте до 100 хотя бы сейчас, до 100 доползем. Ну, 125 не так уж и сложно, когда мы вдвоем. Но, тем не менее, неохота погибать. Вот. О, он еще и восстанавливается ведь, точно. И он первый начинает атаковать. Не знаю, справимся или нет. Ребята, давайте. Ух ты! Здорово, как много монет с него выпадает. До 15 уровня мы, конечно, не дотянули, но это был супер. Это очень большой, тяжелый босс, которого мы победили в итоге. Ребята, за это обязательно ставьте лайки, обязательно. И смотрите следующую серию. Это была четвертая серия про наших суперкота и суперкошку. Вот, ну а мы с вами прощаемся, отдыхать ложимся и говорим вам пока-пока, ребята, до новых встреч. Пока-пока, с вами был Кубус и его суперкошка.